Привет! Сегодня я хочу показать, как вкусно приготовить свиные ребрышки. Я буду готовить в мультиварке, в аджике и с добавлением домашнего вина немного. Значит, для этого нам понадобятся ребрышки свиные, примерно килограмм где-то 100, грамм 300 домашнего вина, луковица, аджика. Аджика у меня своя, домашняя. Можете взять магазинную, можете взять, если у вас есть томатный сок или в крайнем случае томатную пасту. Аджики здесь где-то 150 грамм где-то. Ну, понадобится нам еще специи. Специи я взял смесь перцев, немного кориандра, сладкий красный перец и черный перец молотый. Значит, для начала мы порежем ребрышки. Получаются очень сочные за счет того, что вот возле кости находится вот эта сальная прожилка, она всегда дает сочность. Получились такие вот порционочки. Теперь все это дело мы немного просолим. Пару щепоток соли для вот этого количества достаточно. Теперь берем наши специи, я их перемешиваю для того, чтобы получилась однородная масса, и посыпаем наши ребрышки. Получаются такие вот кусочки просоленные и посыпанные специями. Значит, берем чашу мультиварки и выкладываем ребрышки. Вот так вот получается, уложиваются ребрышки в мультиварку, в чашу. Эта чаша где-то на 2,5 литра. Теперь необходимо нам измельчить лук. Лук самое лучшее сделать полукольцами. После того, как мы выложили мясо, поливаем домашним вином. После
После этого вылаживаем лук. Вот так вот получается. Лук покрыл полностью наши ребрышки. Теперь, значит, сверху заливаем все аджикой. Вот. Значит, вот так вот получается. Выглядит это все. И ставим мультиварку. Мультиварка у меня Panasonic. Я ставлю на режим выпечка на час. Где-то на час. Если можно поставить на режим тушения, ну тогда придется время увеличить до 1,5 часа. Вот такая, значит, мультиварка у меня. Ставим наши ребрышки сюда. И выбираем режим выпечка. Вот, выпечка. Увеличим время на час. Ставим вот. Выпечка 60 минут. Старт. Все. Через час посмотрим, ребрышки будут готовы. А пока можно нарезать зелень и приготовить лаваш, на который будем выкладывать наши ребрышки. Вот так выглядят приготовленные уже ребрышки. Очень аппетитно. Вкуснее будет и более эстетичнее выглядеть, когда вы подадите гостям ребрышки на лаваше. Лаваш пропитается соком и будет очень вкусно. Я заранее приготовил лаваш. Ну и выложим теперь уже наши ребрышки. Очень, очень аромат исходит. Изумительный. Как мы видим, ребрышки получились очень сочными. Сверху еще добавим немного зелени. Я использую петрушку и укроп.